Эпидемиология рака почки в мире и в России, на ней долго останавливаться не буду. Хочется сказать, что ежегодно выявляется около 20 тысяч случаев рака почки в целом в России. И каждый пятый пациент, несмотря на совершенствование методов лучевой диагностики, до сих пор представлен метастатическим процессом. Ну, если процесс выявляется на локализованной форме, то выглядит это примерно так. И тогда у нас стоит один вопрос. Это выбор между органосохраняющим лечением, чаще всего хирургическим, или органоуносящим радикальной нефректомией. Ну, в целом мы выбираем между двумя операциями, но, повторюсь, каждый пятый пациент – это метастатический процесс, и тогда у нас стоят другие вопросы, и тогда опухоль выглядит по-другому, и прогнозы, соответственно, у пациента другие. Тот первый вопрос, на который специалист, к которому приходит пациент с метастатическим раком почки, это нужна биопсия или нет, нужна циторедуктивная операция или нет, и нужна системная терапия или нет. Несколько вариантов решения этого вопроса. Я вчера упоминал про возможность активного наблюдения у этих пациентов, которые у части таких пациентов немного, наверное, но медленное прогрессирование и отсутствие клинических симптомов может помочь решить вопрос в сторону активного наблюдения за этими пациентами, согласно, опять же, прогностических критериев, которым по сегодняшним рекомендациям относятся критерии IMSD или критерии Хенга, и они здесь перечислены на слайде. Циторедуктивная нефректомия – одна из возможных опций у этих пациентов. Вчера мы выяснили, и, наверное, я соглашусь с Борисом Яковлевичем, который настаивает на том, что циторедуктивная нефректомия должна чаще использоваться, и не только у пациентов с хорошим прогнозом, то есть при отсутствии критериев неблагоприятного прогноза, но и у пациентов с промежуточной формой, с промежуточным риском, а в ряде случаев, особенно это касается симптомных пациентов, и при неблагоприятной, при плохом прогнозе. И одного из таких пациентов, на хирургическом лечении которого настояли, в общем-то, химиотерапевты, я сегодня приведу. Системная терапия в той форме, в которой мы привыкли, и те варианты лечения, которые мы сегодня предлагаем, это, наверное, прежде всего таргетная терапия, которая уже почти 20 лет как применяется во всем мире и у нас в стране, которая помогла достигнуть вот таких достаточно приемлемых показателей выживаемости. Ну а вся эта история продолжается с начала 90-х годов, когда началась системная терапия пациентам с метастатическим раком почки с иммунотерапией. Это интерлейкин-2, альфа-интерферон, и все пришло к сегодняшнему варианту комбинированной терапии. Иммунотерапия, если можно так сказать, относительно недавняя опция, которую мы привыкли, это исследование с ингибиторами контрольных точек, анти-ПД-1, анти-ПД-Л1, это препараты, которые чаще всего все-таки используются в комбинированном варианте, но в комбинированном варианте как с другими иммунными препаратами, это исследование CheckMate-214, сочетание ниволумаба и ипилимумаба, и в комбинированном варианте с таргетными препаратами. Также вчера обсуждавшееся исследование CheckMate-214, показавшее преимущество в выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости по сравнению с сунитинибом. Изменения, которые произошли благодаря достижениям иммунотерапии в последние годы, здесь перечислены, и привели они к тому, что, наверное, наиболее частыми комбинациями, частыми схемами являются на сегодня комбинации иммунных препаратов и таргетных препаратов, позволяющие взаимовыгодно, взаимоулучшить результаты лечения одного препарата другим. И это исследование Keynote-246, которое показало преимущество комбинации пембролизумаба с axitinib над сунитинибом. Исследование показало преимущество как выживаемости без прогрессирования, так и общей выживаемости, повысив
частоту полного ответа, частоту объективных ответов. Исследование Javelin-Renal-101, которое показало преимущество комбинации авелумаба и окситиниба над сунитинибом. Результаты третьей фазы рандомизированного исследования представлены на этом слайде. Несмотря на то, что медиана общей выживаемости не достигнута в группе терапии окситинибом и авелумабом, выживаемость без прогрессирования статистически значимо различалась по сравнению с сунитинибом примерно в два раза. Ну и, собственно, благодаря этим исследованиям сегодня примерно так выглядят рекомендации при светлоклеточном почечно-клеточном раке в зависимости от группы прогноза благоприятный, промежуточный и неблагоприятный. Сравнение профиля безопасности показало в основном различие частоте нежелательных явлений 3-4 степени, отчасти в пользу комбинации иммунных препаратов ниволумаб и ипилимумаб. Ну и рекомендация ассоциации онкологов России, наши клинические рекомендации 2020-2021 и сегодняшнего года, в котором перечислены все препараты, показавшие улучшение выживаемости благодаря упомянутым мной исследованиям. Но начиналось все, как я уже сказал, около 30 лет назад, когда были проведены и опубликованы Флэниген, Микич, показали результаты исследований, в которых иммунные препараты только начали использоваться, и сравнивались они с применением тех же препаратов, но с использованием циторедуктивной нефректомии. И тогда циторедуктивная нефректомия показала улучшение результатов общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования у пациентов с метастатическим почечно-клеточным раком. Что изменилось с внедрением таргетной терапии? Также обсуждаемое вчера исследование Кармена третьей фазы, которая была основана на сравнении выполнения циторедуктивной нефректомии с дополнением системной терапии препаратом сунитинип и только терапии препаратом сунитинип. И еще одно исследование – это исследование Surtime, в котором также оценивалась системная терапия с и без циторедуктивной нефректомии. И оно также показало, не показало то, что в общей группе добавление циторедуктивной нефректомии и системной терапии приводит к улучшению выживаемости. Но если мы будем брать отдельно анализ по группам, то прежде всего это касается пациентов с группой плохого прогноза по критериям Memorial Sloan Kettering Cancer Center или критериям IMDC. Поэтому, говоря о хирургическом и нехирургическом лечении метастатического почечно-клеточного рака, мы, как, собственно, с чего я начал, решая вопрос о необходимости проведения циторедуктивной нефректомии, должны помнить о том, что, во-первых, это чаще всего сложная операция, она не всегда понятна, нужна или нет, но при этом есть у нас достаточно эффективные препараты, о которых я говорил в начале этого доклада. Касательно сложности операции, около 10 лет назад опубликованы результаты регистра циторедуктивной нефректомии Британской ассоциации урологических хирургов показали, что в примерно 5 случаев операции на почке – это операции циторедуктивные. Циторедуктивная нефректомия в целом выполняется в 3 в год в одном центре, и одним хирургом выполняется чуть меньше двух операций. Это достаточно скромные показатели по сравнению с, если мы будем брать то же самое органосохраняющее лечение, резекцию почки или нефректомию в ее радикальном варианте. И в целом в 10 крупнейших центрах Британии выполняется 4-5 циторедуктивных нефректомий в год. Но что особенно обращает на себя внимание, это частота нежелательных явлений 3-4 степени, которые могут потребовать выполнения интервенции примерно у каждого третьего пациента. Ну вот один случай я хочу представить. Это пациентка 74 лет, пациентка с метастатическим поражением в легких, в регионарных лимфоузлах, симптомная пациентка, не очень сохранная, ЭКОК-2, статус Карновский меньше 80%, и имелись другие критерии, которые позволяли отнести эту пациентку к группе неблагоприятного прогноза. Это анемия и повышенный уровень нейтрофилов. И, в общем-то,
Когда мы эту пациентку обсуждали на конференции с привлечением химиотерапевтов, это, в общем-то, их была конференция, меня удивило то, что они, в общем-то, и настояли на том, что этой пациентке лучше в первую очередь провести циторедуктивное хирургическое вмешательство, циторедуктивную нефректомию. Несмотря на наличие плохого прогноза, основным фактором, который определял это решение, были симптомы, которые проявлялись у пациентки. И еще один момент, который я хотел бы отобразить. Группа хирургов из Москвы, которые многие знают, которых я называть не буду, как-то выкладывая в социальных сетях, представляя пациента, которому планировалась циторедуктивная нефректомия, попросила мнение, комментарии, на что я написал, это тот комментарий, который написал я. И, в общем-то, представляя распространенность и то, какая сложная операция будет выполнена минимально инвазивным путем, они не акцентировали внимание на те критерии, которые я озвучил, критерии IMDC, критерии Хенге. В ответ у нас началась переписка, которую я, в общем-то, и выкладываю. И в тот момент я понял, что достаточно много хирургов у нас в стране, я уверен, и на Дальнем Востоке выполняют циторедуктивную нефректомию, но на чем стоит обратить внимание, это то, что циторедуктивная нефректомия – это не просто операция, это операция, которой нужно знать показания, нужно знать, когда и кому ее выполнить. И то, что вчера мы обсуждали на школе, да, она достаточно многим пациентам, по сути, должна быть выполнена, но тем не менее оценивать этих пациентов нужно грамотно и обсуждая тактику лечения как на врачебных консилиумах, так и с пациентом непосредственно. Наверное, на этой фразе я бы закончил. Если подвести все то, что было сказано выше, что, конечно, циторедуктивная нефректомия сохраняет значение у пациентов в группе хорошего и промежуточного прогноза, также у симптомных пациентов, но все нужно решать индивидуально в каждом конкретном случае. С этого слайда я вчера начал свое выступление, касающееся метастатического почечно-клеточного рака. Роберт Моцер был тогда уверен, что циторедуктивная нефректомия не будет, что системная терапия и возможности медикаментозные сведут ее на нет, но вчера мы, наверное, выяснили, что это не так. Спасибо за внимание.